Пойди. Есть! Есть! А чего не успели дверь закрыть? Ты сейчас... Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Рили, Good Fox, Чебузаврик, пацанчики, поздоровайтесь. Здорово. Если опять кушать, приятного аппетита, а у нас рубрика «Аниматроники пугают охранника». Погнали. Смотрите. Голова прям вообще болтается. Так, хорошо, давайте сейчас другого возьмем аниматроника. У нас есть Лефти. Ребята, ставим плюсик в чате или в комментариях, кто помнит эту песню. А я иду, иду на работу в пиццерию. Ого, он быстрый. Ты зачем вы дверь открываете передо мной? Еще бы чуть-чуть бы вас убил. Так. Музыку такую может играть он. Так, отлично. У нас-то еще есть Крабэби. Ого, она быстрая! Эх, еще чуть-чуть бы и успел! Еще в чуть-чуть. Нифига себе, прикольная озвучка. Сейчас посмотрим, пацаны успеют двери закрыть или открыть. Эх! Ускоряемся на всю. Ты, блин, я в угол зацепляюсь. Эх, еще разочек, сейчас успею. Да смотри. Еще раз. Ах ты хитрый, не повелся. И ты, блин, еще в чуть-чуть, ну еще чуть-чуточку. Да блин, вонючий угол, я ударяюсь коленкой, как-то вонючий угол. Хорошо, у нас еще есть. Я позвал друга, который очень злой и намерен вас всех уничтожить. Да ты увидел, да, меня? Да ну блин, ну у вас вонючие фонарики. Не, ну это как-то... А что же делать, чтобы вы меня не увидели? Значит, надо брать маленького аниматроника, да, наверное? Отлично, отличненько. Да. Ну что, вы чё? А, я не видим и не могу вставать. Хорошо. Давайте-то возьмем... О! Вот кто меня выручит. Ну-ну-ну-ну! Есть! Есть! Иди сюда! Еще один! Прыгай, не прыгай, я тебя убью! Есть! Красиво в воздухе ноги так скрячил. Так, ну что, Плюштрап смог. У него есть большое преимущество. Я даже под дверью смог пролезть, когда даже она закрывалась. Ну, блин! Есть! Я зашел! Да зачем вы опять дверь открыли? А, вас тут спаун, да, стоит? Блин, я хотел закрыться в дверях, чтобы вы не могли зайти в офисе и сидеть там на крысу. Так, ребята, берем еще аниматроников. У нас разные есть. Во. Ой, извините, пацаны. Я честно, случайно нажал кнопку. Случайно? Ладно, не случайно, я вас убил. Соскользнуло пальца. Так, ну что, давайте их будем немножко обманывать, каким-то образом их убивать. И ты что? Молодец. Есть! А чего не успели дверь закрыть? Закрываем. Да блин, это круто, что я тащу, мне нравится. Ну и что, давайте возьмем другого аниматроника. Ух ты, какой быстрый. Хорошо. Да, быстрый. Так блин, это проклятый угол. А вы слышите эти звуки? Да. И какой это аниматроник? Слева. Голден Фредди. Не открывай, не надо. Блин, я так хотел со спины зайти, но он перегородил путь.
Здорово. Здорово, здорово, молодцы, пацаны, хорошо держитесь. Открывайте. А, да, подвинулся, подвинулся. Да шутились, пацаны, я специально ждал, думаю, сейчас вы по-любому откроете дверь, и я вас убью. А что ж вот вы это хотели? Ой, прикольная анимация. Ну чё, открывайте, открывайте. Это жесть, как у него озвучка. Так, у нас есть куча Фокси, я не знаю, как анимация у всех разные здесь есть. Вы будете открывать? Я стучу, открывайте. О, аж заклинило. Механизма. Еще вам повезло, вам повезло. Ну открывай. Отлично, а. Отлично. Ну а что вы хотели, чтоб я вам с вами дружил? Этого не будет. Давайте, пацаны, сейчас будет раунд. Если вы за минуту сможете выстоять, то вы победили. Если не сможете, то все. Давайте я налево, а вы направо. Давай. А, подожди, я не туда пошел. Да молодец, ну молодец, ну как вы так умеете, ах вы хитрые какие. Ну это блин, я же ногу подставил, коленку, у вас дверь очень туго закрывается. Да блин. Да зараза. Ну, подождите, это аниматроник конченый, надо быстрее. У нас есть быстрее аниматроник. Ух, нет, хорошо, надо еще взять быстрее. Кто у нас есть из быстрых аниматроников? Я помню, кто. Вот у нас есть. Давьем невидимым. А, за связь видим. Думаю, ты не знаешь, что это слева? Да ё! Есть! 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 Я зашел! Давай говорим все. Получается, я даже не знаю, прошла минута или нет? Не знаю. Наверное, минута не прошла, было 59 секунды, я вас убил. Ну что, давайте еще разок. Последний решающий раунд. Да, давай. Все-таки я вам дам шанс, надеюсь, вы сможете каким-то образом затащить. Так, а что, я невидимый постоянно? А, это и рурки у нас. Так, я знаю, кого взять из быстрых аниматроников, у нас есть такие. Так, 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 вот. У нас есть крячка. О, смотри. Наказал. Это было легко. Да, легко, Дима, меня. Ты что, думаешь, выживешь? От меня еще никто не убегал. Ну что, пацаны, сегодня вы ничего не можете мне сделать? Смотрите, легко. Побеждал. Смотрите, побежал. Да, побежал. Две двери закрылись, сидят. А, вы две двери закрыли, крысы? Сиди, 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 сиди. Дима, нечестно. Я им двери удалил. А что будете делать? Смотрите, нет аниматроник, нет двери. Что вы будете делать? Защищаться? Проиграл. Нет, Дим. Нет, нет. Так, ты вонючий шкаф. А, вот так, значит, ты со мной заговорил. Я победил, пацаны. Ну, я реально победил. Аниматроники сегодня реально рулят. Ну, давайте тогда битва последняя. Попробуйте меня замочить. Дать подсказку. Чё это было? Вы чё, убили друг друга? Вы молодцы. Мне нравится, как вы играете. Профессионально. Отлично, одного склеил. Второго склеил.
Ну вот так вот, пацаны, не можете меня убить. Мужики, вы что там творите? Ну давай, иди сюда. Увидел. Валим. Нифига себе, вы тут надымели. Вот это взрыв там был мощный. Что-то уже там. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой, это хорош, вы молодцы. Вы молодцы. Ах ты! Ха-ха-ха-ха-ха! Двери нет! Я же дверь удалил. Надо будем одну дверь зачищать. Ну кто идет ко мне сюда? Ого, прямое попадание. Отлично, наказали. Вы что, своих не убиваете? Нифига себе у тебя мощь, это четырехбазучная такая, да, это? Да, я вижу. Хорошо стреляешь, но не попадаешь. 5 хп, я тебе помогу. Блин, пацаны, я думал, вы будете сегодня мощнее играть, но я вообще вас наказываю наизично. Куча оружия мощных, вы используете какое-то неэффективное оружие против аниматроников. Слушай, там я использую эффективное и точно. Отлично. Теперь я ожил. У меня 100 жизней после разморозки. Да нафиг, это нечестно. Так, валим. Я в туалете сижу. И чё, сколько мне осталось жить? Я же забыл, что после разморозки жизни тратятся. О, отлично, вы друг друга мочите. Мне это нравится. Так, валим. Он в туалете. Я не в туалете, я вышел уже. Ой, 2 хп. Все. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.